единственное слово для открытия выставки «Урал в истории городов, заводов императорской России. Трубящий ангел надежды от сердца к сердцу» я предоставляю директору библиотеки имени Белинского Ольге Дмитриевне Апариной. Дорогие друзья, добрый день. Очень приятно видеть вас всех сегодня в нашей библиотеке, когда мы открываем вот действительно такой уникальный проект, который явился плодом совместного творчества разных вузов, разных людей. И мы можем полюбоваться на все вот эти действительно уникальные экспонаты на такой огромной карте, по которой можно ходить, действительно сняв обувь, и пройти по Уралу за 5 минут. Я думаю, что всем будет очень интересно узнать и познакомиться не только вот с этими макетами, но и с историей вообще создания этого проекта, и с теми идеями, которые, в общем-то, он воплотил. И надеюсь, что вот эта выставка, которую сегодня вы видите здесь, а работает она будет у нас не один день, и можно будет прийти не обязательно только сегодня, когда здесь большое количество людей, но и в тишине, спокойно, посмотрев поближе, познакомиться со всеми теми волшебными и уникальными вещами, которые представлены здесь. И помимо этого, конечно же, к услугам всех заинтересовавшихся и те издания, та литература из фонда библиотеки Белинского, которая позволит поближе узнать об истории всех этих замечательных и архитектурных сооружений, и об истории Урала. Поэтому приглашаем вас все во все дни работы вот этой замечательной выставки. Ну, а более подробно уже о выставке расскажут кураторы проекта. Спасибо, приглашаем вас, ждем.